Друзья, доброго дня! С вами ваш тренер Михаил Маскотин. Вы на моем канале. И сегодня я в этом видео предлагаю поговорить о пословицах и поговорках. Причем идея не в самих пословицах и поговорках, а в том, во что мы верим, о чем мы думаем и чем мы живем. Что наполняет наше сердце и наши мысли. Вы знаете, есть такая фраза «язык – храм бытия». И когда человек говорит, распаковывается целая вселенная. Мой любимый Жванецкий сказал гениальную фразу. Красивая девушка в купальнике открыла рот и испортила купальник. Друзья, давайте поговорим о тех пословицах и поговорках, которые часто мы говорим друг другу. Присказки, которые мы используем. Ну, например, я встречаю одного знакомого и спрашиваю, как твои дела? И на вопрос, как дела, он говорит, не дождешься. Что я жду? Где я жду? Чего я жду? Еще один знакомый на вопрос, как дела, он отвечает, воюем. В этот момент, да, целая реальность распаковывается. Человек воспринимает жизнь как войну, он с кем-то воюет. Еще один знакомый на вопрос, как дела, отвечает, боремся. Да, для него жизнь – это борьба, бизнес – это борьба, карьера – это борьба. Еще один знакомый есть на вопрос, как дела, он отвечает, нормально. На что я говорю, нормально хорошо или нормально плохо? Нормально, нормально. Как-то учительница в школе, учительница моей дочки, собрала родителей, родительское собрание, и говорит, родители, ваши дети не знают пословиц и поговорок. Ну, родители были удивлены, стали спрашивать, а каких именно? И как выяснилось, например, моя дочка не знала пословицу «не все коту», ну, продолжение вы знаете, «не все коту масленица». Что значит эта пословица? «Не все всегда будет хорошо». «Знай, доченька, проблемы придут», «не все всегда гладко», а еще в дополнение к этому есть такая пословица, «беда не приходит одна», «пришла беда, открывай ворота». В одном городе проводил тренинг для одного большого банка, и управляющая, очень умная, образованная женщина с грустными глазами, мне сказала, «Михаил, а мне мама в детстве так говорила, не все коту творог, а иногда мордая порог». Вы знаете, мы часто слышали в свой адрес подобные высказывания. Закатай губу, хочется – перехочется, много хочешь – мало получишь, не каждому дано, не будь выскочкой, моя хата с краю – ничего не знаю, много хочешь – мало получишь и так далее. И вы знаете, все эти пословицы и поговорки, они создают реальность целого поколения, а может быть, нескольких поколений, они создают реальность целой страны, а может быть, стран и государств, и континентов. Люди живут тем, во что они верят. Если они верят, что не каждому дано, они понимают, что они как раз вот тот не каждый, которому может быть и не дано. Если они верят, что лучше синица в руках, чем журавль в небе, они живут скромно, они не ставят себе высокие цели, они не поднимают свою планку. Один мой знакомый с умным видом сказал мне такую фразу. Знаешь, Миш, богат не тот, у кого много, богат тот, кому хватает. И в этот момент мне стало достаточно грустно и даже немножко страшно, потому что я понимаю, что он в это верит. Он сам себя уговорил от того, чтобы ставить себе амбициозные цели. Он сам себя уговорил от того, чтобы не рисковать, не создавать какие-то проекты, не делать бизнес, не делать карьеру. Он говорит, мне хватает. Теперь, счастлив ли этот человек? Мой ответ – скорее нет. Я не говорю про всех людей сейчас, и, возможно, вам хватает, и вы счастливы. Это вообще не про деньги. Это просто про отношение к жизни. Вы знаете, когда человек пытается вырваться откуда-то, уехать из маленького города в большой, что говорит ему его окружение? Где родился, там и пригодился. Куда ты едешь? Москва не резиновая. Обожжешься там, у тебя не получится, подожмешь хвост и вернешься. Как людям в глаза будешь смотреть? А я верю в другое, не попробуешь, как узнаешь. Я верю в другое, что любой человек может добиться всего, о чем он мечтает, если ему это будет важно. Вы знаете, я горжусь своей дочерью, которая продолжила пословицу про кота. Учительница ей сказала, продолжи пословицу, не все коту. Она думала и говорит, а все кошке? Я правда считаю, если вы девушка и вы смотрите это видео, самая лучшая пословица для вас может звучать так. Не все коту, а все кошке. Все лучшее в этом мире может доставаться женщинам, то есть вам, если вы так решите. И любой человек может добиться тех целей, которые он ставит, если он заметит свои привычные
пословицы, поговорки, установки, все то, что ему говорили родители, все то, что он слышал в школе, «моя хата с краю, ничего не знаю» и так далее, друзья. Заметьте, в каком речевом мире вы живете. Заметьте, в каком речевом контексте вы воспитываете своих детей. Что вы им говорите, когда они приходят из школы, когда они уходят в школу, когда они ложатся спать, когда они просыпаются. Вы их вдохновляете или вы их опускаете, плющите и говорите, у тебя ничего не получится. Все дети как дети, а ты бестолковый. Вот соседский Сережа, соседская Светочка, они да, а ты бездарность. Ты не талантливый, ты плохо рисуешь. Ну что ж, не дано. Заметьте это. И если вам важно что-то поменять, начните менять. Начните менять свое мышление, начните менять свою речь. И начните менять реальность, в которой вы живете. Друзья, на этом все. Это все, что я хотел сказать в этом видео на тему пословиц, поговорок, высказываний. Потому что все, что мы говорим, тем самым мы создаем свою реальность. Вы знаете, в Библии сказано, вначале было слово. И наше слово, оно создает ту реальность, в которой мы живем. Всем хорошего дня, успехов, удачи, управляйте своим языком, управляйте своим мышлением, управляйте своей реальностью. Подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, какие пословицы и поговорки говорили вам, что вы сегодня говорите своим детям. Например, мои дети считают, что они очень красивые, они талантливые, они прекрасно рисуют, поют и танцуют. Как на самом деле, я не знаю, но я в это искренне верю. С вами был ваш тренер Михаил Маскотин. Увидимся на моем канале в следующем видео. До новых встреч. Пока.